300 тысяч новых больных коронавирусом зарегистрировали за сутки во всем мире. Это минимальный показатель за 4 месяца. С начала года число новых недельных заражений сократилось в 2 раза. По словам главы ВОЗ, такие показатели говорят о том, что ограничительные меры, которые предпринимаются повсеместно, работают. Число зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире снижается 5-ю неделю подряд. На прошлой неделе было наименьшее количество зарегистрированных недельных случаев с октября. Так, в январе в мире фиксировали более 5 миллионов случаев, в начале февраля около 2,5 миллионов. Теперь все будет главным образом зависеть от того, как страны отреагируют на снижение заболеваемости. Начнут ли сразу ослаблять карантины и ограничения, либо повременят. Глава ВОЗ предупреждает, если запреты отменить, то проблема может снова вернуться. Если говорить отдельно по регионам, то по приросту заражений на первом месте Европа. Более половины зарегистрированных за сутки больных приходится именно на Старый Свет. Тем не менее, число новых случаев там сокращается. Так, в Италии на сегодняшний день вирус официально подтвержден у менее чем 400 тысяч человек. Это самый низкий показатель с ноября. Лидером по числу зараженных остается Америка. За время пандемии там заболели 48 миллионов человек. Это почти 45% от общемирового числа. А вот в Азии, несмотря на численность населения, зараженных в 2,5 раза меньше. И тут также наблюдается замедление темпов распространения инфекции. В Индии, где во время пика регистрировали по 100 тысяч новых больных ежедневно, сейчас в 10 раз меньше. Еще в начале сентября казалось, что страна догонит лидера антирейтинга США. Но уже к концу месяца статистика начала резко улучшаться. Чем связан внезапный спад заболеваемости, точно неизвестно. Врачи говорят, что, возможно, в Индии достигли коллективного иммунитета, либо же местные жители имеют некоторую уже существующую защиту от вируса. Если посмотреть на общую картину распространения коронавируса в Индии после сентября, то заметно резкое снижение заболеваемости. Отчасти потому, что многие более слабые слои населения перенесли болезнь, либо же были лучше защищены. Это про городских жителей. Что касается сельских районов, то там передача вируса в любом случае ниже. А в Индии 2/3 населения проживают в селах. Между тем, очередную мутацию коронавируса обнаружили британские ученые. Ей уже заразились жители США, Франции, Нигерии, Австралии и Иордании. Как сообщают шотландские исследователи, новый вариант ковида обладает тревожным набором мутаций, которые также присутствуют в бразильском и южноафриканском штаммах. Ученые опасаются, что этот вирус более устойчив к антителам. Тем не менее, службы здравоохранения настаивают на том, что необходимо наращивать темпы вакцинации теми препаратами, которые на данный момент уже имеются. Мы хотели бы ускорить процесс выдачи разрешений на адаптацию вакцин к новым вариантам. Для этого нужно заблаговременно установить контакт с производителями и с научным сообществом. Важно быть уверенным в том, что если понадобятся какие-то корректировки или бустеры препарата, то все это будет организовано очень быстро.